сразу. То есть, здесь получается, когда ты что-то видишь, а тебе глаза происходят. Он опять бьет, он внутри состоит, ему надо форму набирать. Да. Главный судья сегодняшнего матча Андрей Филиппов, всероссийской категории город Новосибирск. Ему помогают Сергей Синицын первой категории город Новосибирск, Виктор Бондер республиканской категории город Новосибирск. Судья электронного протокола Игорь Карманов первой категории город Новосибирск. Судья секретарь-информатор Владислав Бабин первой категории город Новосибирск. Давай,
Гера, Гера, тебя выделили. У нас принципиалка была, вот такие хорошие. Команде «Восток» удаление за задержку на 10 минут. Удаленный номер 5. Thank you.
Всех выгонять будет. Да, да, там плюс предел надо устраивать, но у нас тут придет на предел. Передачи Кирилла Толмачева, номер 69. Мяч в ворота команды «Восток» забил Александр Федотов, номер 77. Команда «Восток» играет в полном составе. Там 36 получается, а у них было 33, а у тебя было по 31. 33-31. Давай, 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 поехали! 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 Поехали!
С передачи Матвея Рыбка, номер 70-й. Мяч ворота команды «Восток» забил Даниил Никушин, номер 73-й. Ворота команды «Восток» забил Даниил Никушин, номер 73.
Лево, 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 лево. Грай! Чуть лево, дед, лево, дед!
Во сколько времени? За заезд был на 10 минут удален Сергей Акимов, номер 8. Кого-то было бы там. Ворота команды «Восток» забил Егор Целищев, номер 90. Команда «Восток» играет в полном составе. Thank you.
Thank you.
Я говорю, у тебя такая одна патруля-то? Он говорит, вторая. Ему понятно. Я отсёкся, первая группа. Право, Тёма! Вот этот Филета, он не взял. Филета-то, он подходит. Последняя минута первого тайма. Если ты не вставляешь вот так, ты атакуешь.
конечно, конечно. Свет вот так стоит. У нас, знаете, будет лыжи, все твои мать. Он хотя не играл, он правила знает. Вот эти нюансы нет. Мяч. Ворот команды 77 забил. Павел Кулик. Закончился первый тайм матча между командами Сибсельмаш 2 Восток. Соседом 4-1 впереди команда Сибсельмаш. Команде Сибсельмаш дали за подножку на 10 минут удаления Денис Марковский, номер 19. Передачи Дениса Ключникова, номер 75. Мяч в ворота команды «Восток» забил Матвей Рибко, номер 70.
команде «Сильсильмаш» удаление. За подножку на 10 минут удален Юрий Михеев, номер 27. Передача Кирилла Толмачева, номер 69. Пять ворота команды «Восток» забил Матвей Рибина, номер 70. Оба седьмого года. Год уже, да, возраст. Он
Ну, лидером должен быть первый команда. Лидером. Что же, вспоминает, он говорит, 15-й год, было 22 года, 23, я уже все уверенный был, 23, я уже все как рыба в воде, я уже я ничего не страшно было, а то мог, да, мог даже игру решать, ну, вот так вот, результат. Можно было делать уже результат, да, 23, 23. Да, да. А там ты уже психологически, да, разница. Ты уже по мужикам, все, ты уверен, что ты будешь. Ты боишься надежды. У них это был Анисимов, тоже 27 сыграл, молодец. Да, Паша, да. Долго же. Постоянно молодец. Команда «Зимсельмаш» играет в составе 10 игроков. Да, не часто ходит, глаз такой замыленный, не сразу вывод. А тут где шататься не умеет, не шататься не умеет. А там не шататься. С этого и надо быть, не может. Никого там нет. Заканчивается. Передачи Дмитрия Артеменко, номер 21. Мяч ворот команды «Сильмаш» забил Павел Колик, номер 7. Команда «Сильмаш» играет в полном составе. Thank you.
Так вы все сегодня решаете по первому? Пока один. Я думал, вчера решалось. Надо, чтобы до самого конца интрига. Как в Кемерово. В Кемерово какой счет? 2-2. Слушай, вчера Красноярск мог выиграть, да? Вот. Я не смотрел. Ты знал, да? Не, я написал Машу, что нам спокойно ночью пожелал пораньше. Когда в один из встречного состава прочитал. Вот пусть будет 65 миллионов, а у них было одно время 120-130 миллионов. На что было? Виталя,
или два кузбасса идет. Так что можете семеро финал. А могут, да, они пройти семеро в финал? Не знаю, кто с ними тесту отправил. Вот, а я что тут прав? Владимиру еще, наверное, пока не вышли, не отправлялись. А, ну они же сейчас два стадиона. Не, ну второго-то еще нет. Так, нет. Покататься можно? Подожди, они по-моему в парке его запускают. В парке? Ну, так они... В Сыктывкаре тоже должны были в феврале пустить. Подожди, а в феврале что должны были пустить? А? Куда? В Сыктывкаре. Что они должны были пустить? У стадиона. Какой? Какой? А, это... Там холодно, видишь? Аномальная зима. Нет, я имею в виду, что они играют до сих пор там на окраине. Ну что, тут вас уже не отступает. Ну да, я думаю, что правда не отступает. Я вот возьму. Как-то грех, что ему там должности. А где что-то там?
Сегодня мы его сделали, да, поработать. Просто люди там не видят многие. Ну, вот как-то с другими глазами смотрят. Вчера как 4-5. Можно было бы вот эти действительно как бы попробовать может, пока что? Ну, да, да. А там, я помню, школа, что вообще пока не менялось. Да, ты себе помнишь. Да, да, мысли просто, но редкие. А если все работает как-то, если правильно мысли, ну да, на песке ты и все там какие-то, да, вот эти, то есть сезонная работа проходить правильно, да? Чистить, толчок. И тогда... Ну, мне кажется, после доски ты уже что-то почувствовал. Потом на пятки стал даже давить, как сказали, когда всегда наоборот на отходе, а потом это на пятки с передачей Владислава Зазумина, номер 15. Нет, команды «Восток» забил Кирилл Толмачев, номер 69. Команда «Восток» играет в полном составе.
«Медведь». Ворота команды «Восток» забил Денис Ключников, номер 75. Команде «Сицима» с удаления за подложку на 10 минут удален Александр Федотов, номер 77. Thank you.
момент ворота команды Сицильма забил Роберт Миниатурин, номер 92. Команда Сицильма сыграет в полном составе. Последняя минута матча. Команде «Восток» удаление за подножку на 10 минут удалил Сергей Смирев, номер 25. Ворота команды «Восток» забил Иван Кондратьев, номер 23. Команда «Восток» играет в полном составе. Закончился матч между командами «Сицильмаш-2» «Восток». Со счетом 9-3 победу одержала команда «Сицильмаш-2».